Хей, hey, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Иб. Мы с вами остановились на том, что мы узнали на самом деле тайну Мэри, что она тоже часть искусства. А дальше, по идее, мы нарисовали с вами и собрали полностью радугу, что позволяет нам пойти и собрать ключ. В воздухе порядки. На столе что-то лежит. Я нашла коричневый ключ. Иллюзия. Так, по идее, я могу теперь пойти к... Два варианта у меня. Либо вниз. Ладно, я понял. Ладно, пойдемте к Мэри. Не дает пройти, если бы эта штука тут не была, мы могли бы и спуститься. Нужно подвинуть, нужно подвинуть. Странная фиговина. Ты куда, Иб? Почему ты уходишь одна? Я же обещала, что мы будем вместе. Да. Почему ты убегаешь? Иб? Что делаешь, Мэри? Заткнись, если бы только ты остался там. Мэри, я знаю, что ты... Не подходи. Эй! Иб. Ты в порядке? Прости, я опоздал. Ух, Иб. Прости, наверное, было страшно, но теперь все хорошо. Я не уверен, что ты мне поверишь, но Мэри, она не человек. Она одна из работ Гуартены, как и те нарисованные женщины, которые гонялись за нами. Я слишком мало был с ней, чтобы заметить. Она может быть опасна, чтобы быть... Было бы, если бы я... Хоть чуть-чуть задержался. Наверное, тебе ее немного жалко, но нам нужно убираться отсюда. Мэри не шевелится. Роза Мэри лежит на земле. Роза выглядит настоящая, но это подделка. Окей. Ну, теперь мы просто сваливаем тогда отсюда. Похоже, лестница ведет вниз. Так, Иб, отойди. Ух. Ух, далеко же я Сколько же статуи я за сегодня подвинул. Ох, ладно, пошли. Ух ты, мы в каком-то космосе. Типа звезда пролетела. Альбом. Ну и ну, вот это смена окружения. Но мы с этим справимся, пошли. Так, снизу я видел, что-то мигало. Нижняя полка. Что, это все... Все рассказы? Портрет человека. Часы не идут. Доска объявлений. К галереям. Парк бабочек. Бабочкам. Модель здесь здоровая локация. Дверь примерзла. Закрыто. Пруд. Потрогать воду. Уставиться на воду. Окунуть розу. Вода теплая. И постарайся не упасть в воду.
Я окунула Розу в воду. Роза чуть-чуть увяла. Понятно. Это была не лучшая идея. Так, это же дом, который мы первый, да, зашли? Ну, сразу видно, что где галерея находится. Розовый ключ всегда хранится в ящике с игрушками. Коробка с игрушками? Похоже, что там есть ключ. Найдем его и... Заперто. Какой-то красный фрукт. Думаю, это вешалка. Так, это... Ведро. Взять, не трогать. Мягкая игрушка. Ладно, возьмем ведро с вами. Для того, чтобы набрать... Ип, Гарри, где вы? А чем у нас, с ножом? Или с мечом, у которого висел над картиной? Только не говори, что... Она преследует нас. Заперто. Заперто. Так, хорошо, если везде закрыто, мы подобрали ведро. Это первое. Значит, идем к воде. Набираем воды, воду. Так как мы ее попробовали, она была теплой. Я наполнила ведро водой. Дверь примерзла. Ну так у тебя есть наполненная водой детская ведерко водой. Использовать теплую воду нет? А что вы мне тогда предлагаете? Бутон тюльпана. Полить. О-о-о. Я полил тюльпан водой из ведра. Тюльпан расцвел. В тюльпане что-то есть. Я нашла ключ от галереи. Вот, неплохо. Я воспользовалась ключом. Ящик Пандоры. Ящик. Ящик Пандоры. Хм, открыт. Интересно, что это было? Что? Я... В коробке что-то осталось. Так, я нашел зеркальце. Зеркало? Надеюсь, оно нам поможет. Доска объявлений. На доске объявлений нарисован спираль. Там полностью что-то красное было. Так, ладно, если здесь мы знаем точно, что будет домик, тогда идем по левой части. Мне кажется, либо я часто пошел. Так, ладно, мы знаем, что есть спираль. Нифига тут фрукты. Фу-фу-фу, топор полетел. На двери символ в виде сердца. На солнце теплом. Поговорить с Гарри постоянно неподвижно. Положить зеркало. Самое логичное. Ох, вот блин. Смотри, Ип, мои часы сломались. Еще утром мы работали. Но встали, когда я пришел сюда. А мне они так нравились.
И солнечные ванны — это хорошо, но нам нужно идти. Иначе мы рискуем больше не увидеть настоящее солнце. Ой, лед на двери растаял. Понятно, ты отразил солнечный свет. Неплохо. Так, ну это логично, что я туда пойду. Ну давайте я еще посмотрю, что здесь. Вот, бабочка иная. Бабочка. Узор на этой бабочке похож на глаз. Ну, теперь мы исследовали все, поэтому да. Старт. Включать. А, подожди, а что мне нужно? Стоп, я ничего не понял, поэтому я иду пополню хп себе. Блять. Для чего так пугать? Хорошо. Рисунок вверх ногами, так? Старт. Старт это сердце. Глаз это вот. Или, подожди. Сердце это в виде бабочки. А теперь я должен понять почему. Бабочка, глаз. Уай. Ну смотрите, мы знаем, что здесь часы. После часов идет за Гагулиным. Здесь рыба. Здесь сердце. А-а-а, ё-моё. Все, я врубился. Сердце. Причем здесь глаз? И луна причем? Ладно. То есть ты делаешь одну ошибку и все, да? По новой. Мне нужно найти глаз. Угу. Луна. Солнце. Луна. Солнце. Так, низ мы пробовали, да? Ну, центр это спираль, это я знаю. В смысле, это часы ведь, нет?
нашли пластиковый ключ. Ладно, ну хотя бы так. Так, у нас есть ключ. Подожди, а какая дверь была вообще еще закрыта? Ага, вот я воспользовался. Коробка с игрушками. Коробка с игрушками здоровая, но в любом случае. Там было написано, что тут есть ключ. Что-то я не вижу дна. Там он точно есть? Хочешь взглянуть? Ага. Ох, я потеряла красную розу. И Гарри здесь нет. По земле рассыпаны лепестки. Улыбающаяся синяя кукла. Голова манекена. Я ударился головой. Ип, ты в порядке? О, это хорошо. В любом случае. Здесь все исчеркано. Это коробка для игрушек. Мы упали с верхнего этажа. Она столкнула нас. Ладно, давай отыщем ключ и выбираться. Ты какая-то бледная. Ты точно в порядке? Что? Ты потеряла розу? Это очень плохо. Давай поскорее отыщем ее. Улыбающаяся не кукла. Я нашла красную розу. Осталось совсем немного. Надо поскорее оживить ее. Есть ли тут где-нибудь ваза? Вот, кстати, вазу я... Пока шел, я не видел. Может, наискосок будем идти? Так, сломанный игрушечный поезд. Кого-то уже раздавил. О, ключ. На полу лежит ключ. Что? Мне это не нравится. Прям как ранее. Ой, что-то с ними. Ип, будь осторожна. Ладно, повезло, повезло. Я, который с одним хп. Может погибнуть в любую секунду. Ах, комната изменилась. Шипен не дает пройти. Никак не пройти. Намекать на... Так, намекают, что не стоит туда лезть. Надо как-то через них пробраться. Вырвать, сжечь. Сжечь? Да, наверное, это сработает. Я даже не подумал об этом, хотя у меня есть зажигалка. Отлично, сожжем их. Отлично, сработал, Ип. Так. Смотри, мы можем подняться до... Давай посмотримся.
Верно ли я сделал или нет, пофиг. Это комната. Это же не коробка для игрушек, да? Лучше посмотреть туда. Видишь, Шип? Картину на дальней стене. Мне кажется, я видел ее раньше. Пошли посмотрим. Кто там? Ага. Ип, Гарри, вы в порядке? Как вы попали в эту комнату? Уходите! Мэри, ты... Ни шагу дальше. Что? Уйдите немедленно. Сейчас, сейчас, сейчас же! Вот! Что же делать? Снять картину, разорвать картину. Снять картину. Она не снимается. Разорвать картину. Слишком крепко стала рама. А типа иного способа нету, да, кроме сжечь? Типа вообще без вариантов. Ну типа и с этой не поври, да, тоже. Иногда выхода нет. Прошу, остановитесь! Нет! Должен признать, девочка бывает очень страшными. Ладно, она горела немного сильнее, чем я ожидал. Ты в порядке, Ип? Совсем не испугана. Вроде салам. Я рад, что мы оба в порядке. Так, а теперь пошли. Мистихин лежит посреди кучи золы и обгоревшей бумаги. А, кстати, это что, что она как раз взяла и говорит, ну, на всякий случай, пусть я все оставлю это. Она в самом деле не была человеком. Написано мелом. Я люблю, когда ко мне приходят гости, но я хочу уйти отсюда и жить снаружи. Похоже, чтобы сделать это, мне нужно заняться чем-то место. Когда кто-нибудь придет? Когда же кто-нибудь придет? Это же какой-то пейзаж. Манекен на холсте. Улыбающаяся синяя кукла. Хватит с меня кукол, не трогай Ип. Улыбающаяся синяя кукла. Куча книг. Это книги о сладостях? А это рассказы? Как завести друзей? Она что, в натуре погибла? Так, ладно, давайте я сохранюсь тогда. Ух, так темно. Смотри под ноги, Ип. Ладно, будем держаться центра. Стоп, мы вер... Кажется, мы тут уже были. За окном непроглядная тьма. Все еще управление написано. Здесь лежат брошюры. Бездна глубины. Мир, куда не ступила нога человека, чтобы осознать этот мир, я решил запечатлеть его на холсте.
Добро пожаловать в мир Гуэртены. Мы искренне благодарим вас за посещение. Мы проводим выставку в честь великого художника Вейса Гуэртены. Мы надеемся, что вы от вашей души наследите за поздней Гуэртены, чьи творения несут в себе тайну и красоту. Ну, походу, уже все, конец игры скоро. Красивая на вид роза, но если ты подойдешь слишком близко, она принесет боль. Она может цвести только в здоровых телах. Бесстрашный страх. Небо, виданное в холме. Мерцание кристаллов и звезд. Дух змеи. Стакан антиподов. Горизонт. Пляж изоляции. Ну, идемте на второй этаж. Дома с газетой. Повешенный. Стих башен. Беспокойство. Искаженный бриллиант. Дома в красном. Горячий фрукт. Спектакль конца. Слияние. Мир. Когда зайдет туда, пути назад не будет. Все то, что ты сделала здесь, пропадет. На что ты решишься? Я не знаю этого слова. Что это за огромная картина? Поддельный мир? Постой, это же галерея. Если мы прыгнем туда, мы вернемся. Но как же нам запрыгнуть в картину? Что? Ип, смотри, рама. Это наш шанс. Да, я внутри. Вперед, Ип. Ип? Ип, что такое? Давай. Ип, наконец-то я тебя нашла. Боже, я так обыскалась. Не бегай в незнакомом месте одном. Папа тебя тоже ждет, слышь? Пошли, Ип. Ип, что ты делаешь? Скорее идем сюда. Ип, сколько раз я тебе говорила, не разговаривай с незнакомцами. Это не страшно, поняла? Все будет хорошо. Ип, слушай свою маму, не уходи с каким-то незнакомцем. Неужели ты не хочешь увидеть с мамой и папой? Ип, я тебя вытащу. Иди ко мне, хватай меня за руку. Ип! Пойти с мамой схватить Гарри за руку. Хорошо. Что? Я не помню, что... чем занималась. Мир. Я не знаю этого слова. Какой странный диван. Ну, слушайте, мы все-таки выбрались. Хм. Что такое, юная леди? На что вы смотрите? На что вы смотрите? Хм. Ну, это скульптура розы. Когда я смотрю на нее... мне становится грустно. Интересно, почему? А, прости, если я сказала что-то не так. В общем, забудь. Ладно, пока. Вот и где, Ип. Ты на это смотрела? Ух ты, и вправду великолепно. Здесь изображено человеческое сердце. Интересно, растет ли в твоем сердце такая же прекрасная роза? Может, посмотрим на другие экспонаты? Чего ты еще не видела? Думаю, ты обязательно найдешь что-нибудь интересное. Конец. Провалы в памяти. Так, я закончил и начал снова запись, чтобы, если вдруг игра вылетит. Ну, смотрите, это получается одна из концовок. Давайте тогда и вторую сразу сохранить свою игру со всеми картинами и концовками.
Это еще не конец? Одним пасмурным днем Ип и ее родители поехали в художественную галерею. Все, понял, Ип. Так, подожди, ну это было. Давайте тогда я думаю. А почему? Ладно, тогда я сейчас на паузу и быстро продолжим. Так, ладно, тогда давайте загрузить и сюда. Там просто, короче, началась новая игра, да и все. Так, а та-та-та-та, это второй этаж. И картина здесь. Ну что, давайте выберем теперь пойти с мамой. А? Постой! Ты куда, Ип? Ип, Ип! Ип! Конец. Вечное одиночество, Ип. А, все. Это типа плохая концовка? Ну, знаете, если смотреть, но, состыстый вкус. Это, сейчас я посчитаю, сколько концовок, и я вам скажу. Короче говоря, я посчитал, всего в игре 5 концовок. Идеальная самая концовка, идеальная, очень хорошая, это когда, оказывается, мы должны отдать платок чуваку, и после чего, когда мы уже вернемся обратно вот сюда, он должен, так сказать, вспомнить то, что мы были вместе и все такое, и в конце концов они просто прощаются. Короче говоря, как-то так. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.